Переменная облачность, проливные дожди и грозы. На Беларусь движется атмосферный фронт прямо со скандинавского полуострова. Погодные условия в стране пока еще формируют теплый воздух. Однако северо-западные регионы уже прикрыты облаками. Там уже начало сказываться влияние фронтального раздела. Но уже во вторник погода начнет меняться везде. Кроме того, на завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. Они принесут сильные ливни и шквалистый ветер. Тем временем ученые не перестают говорить о глобальных изменениях климата. На этот раз поводом послужил розовый лед, который обнаружили в итальянских Альпах. Такой необычный цвет, предполагают специалисты, появился из-за водорослей. Обычно лед отражает более 80% солнечного излучения обратно в атмосферу. Однако водоросли затемняют лед, и тот, в свою очередь, начинает поглощать тепло и таять быстрее, что вносит свою лепту в глобальное изменение климата. Завтра в Бобруйске переменная облачность, вероятность осадков 90%, возможны грозы. Днем температура воздуха опустится до 19 градусов тепла, ночью до 13-16. Ветер усилится ко второй половине дня до 12 метров в секунду.